привет! С вами челябинский урбанист, и сегодня мы узнаем, действительно ли хорошо, что вы не в Челябинске. Привет! Поехали! Я как понимаю, это просто нормальная тема в Владивостоке. В этом месте, и да. Ты идешь там, где тебе нужно идти. Есть консенсус между водителями и пешеходами. Именно здесь это нормальная ситуация. Пешеходный переход не работает, надземный. Не, ну по нему же невозможно ходить, потому что я на него посмотрел, я уже устал, я не смогу туда подняться впереди дорогу. Нужно пригласить ребят-транспортников, которые нарисуют нормальную транспортную схему. То есть очевидно, что здесь очень высокий трафик, очень большая потребность в этой территории. Это и есть одни из главных общественных пространств. Благоустройство вот этих пространств, оно гораздо важнее и политически выгоднее для власти, потому что это почувствует сразу огромное количество горожан. Для многих людей, типа, город, он измеряется вот этими точками. И здесь, типа, годами нифига не меняется. Насколько больше людей пользуются этим местом ежедневно, чем каким-нибудь сквером? Я во Владивостоке 2 дня, и я уже трижды приходил это место. Я тут уже трижды перебегал. Сотни раз больше людей здесь ежедневно, чем в каком-нибудь сквере на Чуркине. Очень много асфальта. Здесь можно сделать и платформы широкие, и с навесом, и озеленение. И все эти автобусы разместятся, и все будет кайфово, будет хорошо. Будет как в Москве. Смотри, это прям микс-юз. Типа, я тут был вечером в баре, и тут, типа, было прекрасное пространство, и оно изменилось днем. Это невероятно, прям у нас так и происходит. Посмотри, какое живое место, причем здесь крутое заведение. Ты можешь заметить, что эта подворотня никак не связана вообще с вот этим местом. Ты как бы почти прошел и почти что мимо, не заметил. И здесь совершенно другая атмосфера. Вообще один шаг. Да, и причем непонятно, в каком ты городе вот здесь. А еще здесь есть удивительное место, там, где не падают дети, знаешь, это пирс без забора, внезапно какое-то приятное покрытие, внезапно там бетонные какие-то клумбы, более-менее там нормальные мафы, вид какой-то. Здесь много людей, потому что, ну, больше нет других мест. И типа, если ты хочешь побыть у воды, вкусно покушать, ты приходишь сюда. Слушай, на самом деле, люди в Владивостоке мне очень нравятся. Очень красивые, очень приятные. Я обалдел. От него, похвалы, хрен дождешься. У меня... Это, пожалуйста, еще раз скажи. Че говоришь? Че? Это очень хорошо сделано. То есть в Челябинске нет ни одного такого пространства. В Челябинске нет ни одного стола. Вот на улице. Чтобы ты мог просто посидеть за столом на улице. Люди требуют только то, с чем они соприкасались. Большинство людей не выезжали из-за пределов Челябинской области. Соответственно, люди не могут требовать того, чего они не пробовали. И здесь хорошо, здесь, кстати, хорошо. Здесь даже ничего не нужно добавлять. Здесь уже все хорошо. Вот буквально кусок дерева. Да, очень здорово. Людей здесь куча. Кто-то набил, да? То есть это такая, это же неуставная лавочка, как бы, ее не должно быть здесь. Это, типа, доделали пространство. Город с хорошими эмоциями, там, где ты видишь людей на улицах. Людям очень нужны люди. Нам ничего не нужно другое, кроме, как бы, вот, на самом деле, постоянного социального взаимодействия. И все ради этого. И машины нужны для того, чтобы люди быстрее приезжали к другим людям. Отсюда вообще такой вид, такой Майами, современный город. Главное, к фасадам вблизь не подходить. Почему я не вижу, куда идти дальше? Ты на тачке, тебе несложно притормозить, тебе ничего не нужно делать. Типа, человеку гораздо тяжелее ходить, гораздо тяжелее делать крюки. Сейчас я умру. Тротуар – часть общественного транспорта, и пока не будет тротуаров, понятных вещей, там, безбарьерной среды, люди не пойдут на общественный транспорт, потому что это, типа, очень смертельно выглядит. Ни одного дерева, слушай, опять, типа, нигде не укрыться, нету пешеходных переходов, какая-то хаотичная парковка. Даже нет смысла, там, кого-то ругать. Если вы считаете, что вы сделали эту платформу, нет, вы ничего не сделали. Пожалуйста, сделайте платформу. Это сейчас не выглядит как современный город. Это какие-то 2000-е все. Не хватает всего чуть-чуть, чтобы сделать хорошо. То есть нужно этим просто заняться. Прикупил себе носочки с Милкис и этими вашими... Пинце, да. Вот, повезу в Челябинск. А можно гостю из далеких стран пинце, пожалуйста?
гостю из далеких стран, конечно, можно. Самая лучшая пенсия. Одно из самых знакомых мест, как я понимаю, да? Только людей, что идут пешком, как мы видели по дороге, а что там засрано? Что за ржавые заборы? Что за мусорка? Безумно красиво. Типа одна из самых видовых точек во Владивостоке. Очень круто. Очень необычно для России. Такого почти нигде нет. Притягивает много туристов, и жители города, как ты видишь, очень много приезжает просто погулять здесь. Все очень красиво, но типа как в 90-х все осталось. Просто нужно, чтобы кто-то сделал здесь пространство. Сейчас этим никто не занимался, просто налили асфальт. Фоткаешься, прекрасный вид, ты даже нельзя сфоткать, чтобы тебя бампера не попали в кадр. Я и Владивосток, и знаешь, там типа одни тачки заслонили вид. Мы приехали в сквер на Дибаидзе. Раньше здесь был пустырь, просто куча грязи, ничего совершенно не было. Были натоптанные в грязи тропинки по основным пешеходным тропам людей, ну и машины кое-где парковали. И вот буквально в прошлом году, в начале этого его сдали, сделали вот этот сквер у нас. Как тебе? Ну, замечательно. Это в России такого нет. Я первую минуту в этом пространстве, и я вижу очень приятную картинку. Камеры, они с голосовым оповещением. Когда народ приходит бухать, садится, голос с неба говорит: распитие напитков в парке запрещен. Ну это дичь. У вас все есть. Уже есть опыт, уже не нужно ехать куда-то, чтобы показывать, смотрите, как нужно делать, чтобы было хорошо. Уже сделали, нужно продолжать делать. У вас есть Феликс, он просто невероятный архитектор на самом деле. Это типа, это настоящий владивостокский урбанист на самом деле. Типа прям я преклоняю колено. Слушай, ну я посетил вчера сквер, который делает Concrete Jungle. И я бы сказал, что это, ну, лучшее, что я видел в России. И это не про дорого-богато, типа, знаешь, мы блестим в граните все такие, да? Это очень камерные, чуткие пространства, где подумали о каждом квадратном метре. Посмотри, как все вообще, как в Америке, посмотри. Я когда подъехал сюда, я не понял вообще, куда мы приехали. Потому что чисто такая американская картинка благоустройства. Чего вы напрягаетесь вообще? Чего вы напрягаетесь? Идите в сквер гуляйте. Приедешь жить в Владивосток? Я, знаешь что, я приеду еще раз в Владивосток, вот, типа, потому что есть очень много недосказанного. Но... Все есть. Здесь уже все есть, да? Едем дальше. У нас в Челябинске ни одного такого пространства нет. Подобного уровня. Ни одного. В Челябинске нет ни одной бетонной дорожки. А это вообще просто топ. Я в Челябинск жить не перееду. Как ты думаешь, трамваи важны городу? Нужны? Ну, слушай, это самый провозящий вид общественного транспорта, самый экологичный, безопасный, и он обособлен, самое главное. Это как наземное метро. Трамвай – это будущее. Трамвай может не разбивать дорожное покрытие? Трамвай создает вибрацию, когда у него не сварены швы, плохо сделаны вот эти стыки рельс. Что первое менять, если в основе трансформируют трамвай? Пути или вагоны? Человек, конечно, пути, но типа, а толку купить новый трамвай на разбитых рельсах? Нет смысла сейчас в новых трамваях, пока у вас не готова инфраструктура. Конечно, здорово, когда все комплексно, но нет смысла убивать трамваи на старых рельсах. Нужно менять рельсы, потом трамваи. И нужно вместе с заряда рельсы сделать нормальные платформы трамвайные. Вот это трамвайная остановка. Очень плохая остановка. Делаешь платформу высокую, 30 сантиметров. Все, выходишь в трамвай. Еще островок безопасности можно сделать. Давай опять. Ты все придумал. Что надо, чтобы трамвай стал у нас в городе нормальным, как ты думаешь? Вот ты посмотрел. Нужно инвестировать в него деньги. Удивительно, что вот дороги не приносят денег. На дороге сливают больше всего бюджета, но никто не говорит: слушайте, а дороги же это убыточная история, зачем мы вкладываем? Но как только дело касается общественного транспорта, чиновники начинают говорить: а он все равно убыточный и так далее. Общественный транспорт решает транспортные задачи. Общественный транспорт убирает пробку. Чем больше людей поедет в общественном транспорте, тем меньше конкурентов на дорогах, тем меньше пробки. Пробки забирают деньги у города, мешают развитию экономики. Лев, что больше всего понравилось в Владивостоке? Ну, слушай, безумные виды уникальные. Для России
вкусная еда, тоже уникальная для России, знаешь, свежие крабы, хорошие люди, ну, прям приятные, открытые люди. Я прям тут прям несколько друзей завел сразу, с первые два дня. Чего тогда не хватает? Слушай, ну, много не хватает. Не хватает интеллекта в решениях, там, в дорожной среде, там, элементарно, как бы, ну, нет разметки парковочных мест, ужасно абсолютно, там, автобусные карманы, тупые остановки сделаны, очень неграмотные, там, планировочные решения. То есть не хватает компетенции в области управления городом, да, то есть это общественным пространством. Улицы, общественный транспорт, остановки, разметка, парковки, вот это все. Все, в аэропорт? Не, надо еще покушать. Вкусно. А можешь жить останешься уже здесь тогда? Слушай, ну, столько всего делать еще надо, как бы, надо... В Челябинске есть что поделать, потому что у вас, как бы, есть свой урбанист владивостокский. У вас уже все есть, чтобы стать прям кайфовым городом. Вы уже кайфовый город, слушайте.